Let me now call on State Secretary Igor Maninov, who is Deputy Minister for Economic Development, our guest of honor from Russia. Please join me to welcome the Minister. Глубокоуважаемый президент Кристофер, добрый вечер, дамы и господа, уважаемые гости, организаторы этой встречи. Я имею честь представлять здесь на Кипре российскую часть межправительственной комиссии. Для меня это действительно большая честь, потому что российско-кипрские отношения всегда были гораздо более глубокими, чем просто деловые отношения. Можно сказать, что это давние дружеские отношения, и я это хочу еще раз подтвердить и в первую очередь поблагодарить вас, господин президент, за то, что вы продолжаете ту линию нашей давней дружбы между нашими странами. И уже многое было вами сказано практически от двух стран со стороны двусторонних отношений. Я хотел бы буквально в нескольких словах подчеркнуть, что действительно прошлогодний саммит, который был здесь, на Кипре, с участием нашего президента и вас, господин президент, он дал серьезный толчок к углублению наших отношений. Те 15 документов, которые вы упомянули, я вам готов доложить, что работа в этом направлении по их реализации идет очень активно. Мы, конечно, как сопредседатели с министром финансов господином Ставракисом, не очень удовлетворены, хотелось бы еще большей активности, и мы для этого приложим все усилия и думаем, что сегодняшнее мероприятие, оно станет таким своего рода драйвером в этом вопросе, потому что все те направления, которые обозначены и в рамках соглашения на 2011-2013 годы, и в рамках отдельных отраслевых соглашений, они все нуждаются в участии бизнеса. Практически нет ни одного из направлений, которое бы не могло быть основано на партнерстве между государством и частными инвесторами. И в этом плане наша задача, как межправительственной комиссии, и наша общая с вами задача, и предпринимателей, и чиновников, и представителей культурных общин, двигаться в этом направлении. Действительно, уже фаза кризиса, можно сказать, миновала. Сегодня, когда мы общались, министр финансов сказал, цифры, в общем-то, неплохие для России. И я готов согласиться с этой оценкой. На самом деле, мы очень оптимистично смотрим на дальнейшее развитие российской экономики. И, безусловно, связываем это с тем, что происходит в целом в мире, в мировой экономике. Мы особое внимание уделяем последние дни, и это известно и мировому сообществу, созданию благоприятного инвестиционного климата в стране. Над этим еще придется очень много работать. Буквально недавно наш президент обозначил новые 10 направлений улучшения инвестиционного климата в стране. Я думаю, что в рамках нашего такого бизнес-форума мы обсудим какие-то, может быть, получим рекомендации со стороны бизнес-сообщества, как точнее и эффективнее реализовать эти направления. Поэтому для меня это одно из ключевых направлений участия в завтрашнем пленарном заседании. Также хотел бы сказать, что сейчас, как известно, Россия взяла курс на модернизацию. Эта модернизация охватывает практически все сферы жизни. Это...